Чебоксары в ожидании праздника. 2 недели отделяют нас от главного торжества в году. А как ощущают приближение праздника жители столицы, узнавала Наталья Мальчикова. Снега нет, дел полно, времени не хватает. Где уж тут праздничное настроение? Это самая распространенная жалоба в конце зимы. К счастью, новогодний настрой достаточно легко создать. Начнем с самого простого. С чем у вас ассоциируется Новый год? У меня Новый год ассоциируется с мандаринами, с фильмами, которые смотрят каждый год. Елочку посмотришь, сразу улыбаться хочется. Письма Дедушке Морозу пишем. И это совершенно правильно. Как и другие способы вызвать положительные эмоции. Прическу, макияж, купить себе хорошие духи, косметику, любимый муж рядом, здоровые дети, все, больше ничего не надо. Украшать окна, уже настроение появляется, елки поставили, хорошо. Я семьянин, для меня, чтобы вокруг меня окружали добрые, хорошие люди, особенно это мои дети, супруга. Новогодние мотивы вообще отлично в машине, в плеере или прямо на улице с друзьями. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Зимой и летом стройная, зеленая была. Еще один хороший способ создать позитивный настрой – прогуляться по городу. Привычные улицы, площади и парки преображаются до неузнаваемости. Появляются новые объекты. Уже вовсю сияют огнями елки. Поэтому даже в самый загруженный день постарайтесь оставлять себе время для прогулки. И праздничное настроение не заставит себя ждать. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев. Республика.